Пьяное ДТП с погибшими, смерть детей в дорожных авариях. По этим показателям Удмуртия в этом году абсолютный лидер в ПФО. Глава республики уверен, безопасность на дорогах зависит в том числе и от позиции органов власти разных уровней. Общими усилиями дело уже сдвинулось с мертвой точки. На заседании общественной палаты ответ держали те, кто может изменить ситуацию. Дорожники, силовики, медики. С точки зрения суровости наказания, я абсолютно однозначно заявляю, любое решение поддержу, связано с пьянкой за рулем, с составлением пострадавших на месте аварии. И такие вот такие есть вопросы, чисто человеческие, чисто, значит, нравственные. Их надо по максимуму решать. Плоть, я не знаю, до пожизненного. Общественники предлагают вернуть в закон меру, которая действовала до 2002 года. Это бальная система нарушений для водителей. При накоплении критической суммы баллов отправлять на пересдачу или дополнительное обучение. Говорят, что это коррупция со стороны главного органа государственной инспекции. Но, в принципе, сейчас все прозрачно. Каждый патрульный автомобиль оборудован системой фотоидентификации в виде регистрации, то есть правонарушения. То есть, я считаю, просто это необходимо на данном этапе вводить. И не только по МОЗу вводить. Последствия ДТП расхлебывают медики. Формально в регионе нет центра медицины катастроф. Зато создана сеть травмоцентров. Первая РКБ, республиканская детская и центры по ходу федеральных трасс в игре «Алнашах» и «Можге». Об эффективности говорит хотя бы тот показатель, что за первые 7 месяцев 2015 года количество погибших в ДТП у нас уменьшилось на 43 человека. Если в прошлом году было 102 погибших, то в этом только 59. Снизить количество аварий возможно и предотвратить те, например, 20%, которые случаются из-за неудовлетворительного состояния дорог или по халатности муниципальных служб. В основном это вот Ягбодинский район, очень много, ну, много районов, особенно не то чтобы к самим дорогам замечания, а вот в зимний период к очистке дорожного полотна, там, где есть спецтранспорт, там, где ездят школьные автобусы, вот здесь есть нарекания. Вопрос комплексный, уверены общественники. Все свои предложения они объединили в резолюцию, с которой и обратились к республиканским властям. Глава региона призвал использовать все правовые средства для улучшения дорожной ситуации в республике. Елена Риверчук, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия».